этот звук. Кажется, от ручек ничего не останется. Так, нет, сейчас будут осталось. Карандаши. Всем привет! Вы на канале Элика ТВ. Для чего, расскажи, ты собрала всю эту канцелярию на улице? Чтобы давить машиной. Эля, скоро же в школу, мы тебе купили все это для того, чтобы пойти в школу. А ты что задумала? Чтобы в школу не пойти. Ну ты хитрая. Сегодня, ребята, у нас видеодавилка. И мы проверим все-все вот эти вот школьные принадлежности. Ну и не только школьные, на прочность. Давай, Эля, покажем, что у нас тут есть интересного. Мам, ну одной же бежит скучно. Зови подружку. Соня! Давай давить игрушки. Давай. Только меня не давите, я еще жить хочу. Да ладно, мы детей не давим. Мы только проверяем всякие интересные предметы на прочность. Нет, Соню подавим, подавим. Иди, давай. Показывайте, что у нас тут интересного. Я думаю, ребятам интересно посмотреть, какие у нас есть карандаши, фломастеры. Я сейчас посмотрела, и я не понимаю. Сейчас в большой коробке. Что это черная штука? Сань, давай прям посмотрим. Открывай, посмотрим. Что вот это вот? И что вот это вот? Ребята, у кого есть такой набор фломастеров, скажите нам, ой, да, а я посмотрю, это вот так? Для чего эта штука. Ну, это точно вот так, но почему оно такой странной формы? А может, это ножницы? А может, это выдувать, смотри, ставишь туда фломастер и душ. Помнишь, у нас такие были? Только не на меня, не в меня. А как? Все закрыто. Я не знаю. В общем, нам нужна инструкция. Хотя инструкция, думаю, нам не пригодится, потому что скоро этих фломастеров не будет. Ага. Вот так много тут фломастеров, много разных цветов. Так, давай дальше. Руку отдай. Нет, мама, давай твою руку подаем. Не надо, она мне еще пригодится. У нас еще есть вот такая вот классная ручка, смотрите, цветов. Мама, а тут такая мягкая. Смотри, ручка. Еще одна ручка с ламой. Смотрите, вот такая тоже, какая прикольная. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин. Фломастеры еще в коробочке. Вот такой вот жесткий пенальчик. Это тоже набор фломастеров. Он вот так открывается. Опа. Лама, красивая. Вот, смотрите, они какой класс. Они очень хорошо пишут. Давайте Эля попробуем. Сказала, что они хорошо пишут. Он белый. А, он, наверное, усветляет. Давайте попробуем. Давайте. На чем, на пальце? Да. Закрываем. Пробуем белый. Реальность. Стирает? Прикольно. Я такого еще не видела. Я тоже хочу. Вообще нет. Я тоже так хочу. Это классные фломастеры. Мам, купишь мне такие на... В школу знаешь почему? Если я что-то неправильно сделаю, можно стереть одна. Ну-ка. Розовый превращается. Ни во что. Стирается, смотри. О, да, реально. Больно. Еще у нас, смотрите, есть вот такая подставка под канцелярию. Вот тут такие есть шуфляточки. Тут у нас точилочка, карандаши, мама, это линейки. Это превращение. Это фломастер, меняющий цвет, да? А розовый меняет. Боже, дети. Соскучились по рисованию, да? Нет. Ребят, вот еще у меня есть такие блестки. Это, наверное, класс. Ты как-то вот... Держи-ка. И потом клеем, и потом на клей посыпаешь, и представляете, как красиво. Да, глиттер. Мама Лиса пришла. Привет, единорожка. Скажи привет ребятам. Привет. А вот такие ручки. И покажи, Эля, вот это, что за шар такой, ежик, интересно. Вот этот. И вот такая вот классная корона. Сейчас. Я вот так делала уже. Держится? Ну что, ребятки, давайте давить! Только меня не давить! Посмотрите, мы уже все разложили. У нас вот такая дорожка получилась. Ручки, карандаши, фломастеры, еще одни фломастеры. Прикольная ручка, подставка. И напоследок мы раздавим вот этот вот шар. Готовы? Да! Поехали! Так, по ручке. Хрусть! Слушайте этот звук. Кажется, от ручек ничего не останется. Так, нет, сейчас будут осталось. Карандаши. Карандаши упали. А, на стаканчик. Смотрите, я вам покажу. Карандаш один, стаканчик.
Этот карандаш практически целый. Там мы потом посмотрим. Ручки все раздавились. Сейчас будут блестки. Посмотрите. А блестки где? А блестки под колесом. Что-то треснуло, это, наверное, упала вот эта штука. Так, поехали дальше. Какие звуки, хруст, хруст. Только этот шарик сбежал, посмотрите, что разлетелось. Давай, подкладывай, папа не едет. Давай, папа, поехали. Остался самый прикольный шар. Отходите, дети. Вот так вот. Да, я проверю, можно проверить? Заднее колесо поехало по второму кругу. Ух ты, он даже еще работает, видите? Чуть-чуть поломался. Это тебе, Алиса. Папа продолжает ехать, но уже ничего не хрустит. Сломался, живой, мама. Жив. Прикольно. Давайте оценим масштаб нашего действия. Алиса плачет. Алиса, ты из-за блесток расстроилась. Боже, боже. Карандаши все. Ручки оказались самыми слабыми. Ни одной целой ручки не осталось, только стержни. Дальше фломастеры тоже, смотри, мне кажется, выглядят неплохо. Хотя они так гнулись, страшно. Они даже не гнулись. Эти, кстати. Вот эти тоже, смотрите, целые. Они коробка все помялась. Целые, все. Ну, конечно же, коробочка, подставка не сохранилась, но зато линейка сохранилась. Это моя, я ее себе собираю. Она даже гнется. Покажи. Ага. Это гнущий. И даже вот эта линейка целая. Только чуть-чуть поцарапалась. Так, еще что у нас? Магический шар чуть-чуть пострадал. Вот. Чуть-чуть отломался. Получился браслет. Ребятки, знаете что? Ну вот такую канцелярию пришлось дарить. Ну хотя это чтобы не идти в школу. Да-да, девчонки, насорили, теперь убирать. Ладно. Ты ведьмочка. Ребятки, а вы подписывайтесь и ставьте лайки, а мы убираем. И пишите, что нам еще раз давить видео. Пока-пока.